Здравствуйте все! Сегодня хочу вас познакомить я с воблерами. Одни воблера я покупал на Алиэкспресс, другие же я приобрел на Озоне. На Озоне я раньше не приобретал, но решил я приобрести несколько воблерков там. Но воблера вот такие вот. Это воблер, это реплика на Юзуре 3D Крэнк. Вес 18,5 граммов, ну 11,5 сантиметров он вместе с лопаткой, размер. Ну вот это вот то, что заглубление, я использую их на троллинге. Вот до этого я брал, когда раньше эти воблера на Алиэкспресс, заглубление было до 4,5 метров. Сейчас же вот заглубление идет вот на эти воблера, одни и те же тоже реплики это. На этот же Юзури, но 3,5 метра. Ну, выбирают, конечно, заглубление у них неправильно показывается. Их можно и до 7 метров, я заглубляю иногда. Но вот такие вот воблерки я рыбачу. Ну, вот 80% я в этом году, 80% на этих воблерах, на троллинге я отрыбачил. Но проблему вам небольшую хочу показать. Вот у меня вот такой вот воблер, они были, я несколько штук оторвал, но в основном я рыбачу на зеленую расцветочку, это так называемый октайгер. Оторвал я на одной из рыбалок, воблеров у меня не осталось. Вот такой же воблер у меня лежал давно, неразловленный. Это тоже самое с одной фирмы я брал, у одного продавца. Но я решил поставить вот такой вот воблерок и покажу, что это из этого получилось. Вот он, этот воблер. Вот, видите, точно такой же. 3D. Это обозначает их раскрасочка, значит, видите, внутренняя воблер. И что получилось? Вот этот воблер я буквально, наверное, метров 100 протащил и решил подъехать к берегу. Достал воблер, так как он прозрачный. И вот обратите внимание, что в нем вода. Вот. Тут вот видите, ржавчина, воды немножко. И вот здесь вот капли воды. Вот. Что воблер это говорит о том, что он нахлебался воды у меня. Но вот эти вот воблера, которые я брал на Алиэкспресс, это я много читал, потому что они воду пьют, их надо проклеивать. Я их никогда не проклеивал, так что вот такого я не замечал. И сейчас стал я их проклеить, эти воблера. Вот на первом воблере, на новом я убедился, хотя вот видите, оно немножко тут какая-то фирма китайская написана. Он дороговатый, ну по меркам это Алиэкспресса, но что воблера пьют, я просто никогда себе, это не 3D расцветка, но незаметно было, что воблер-то напился, но как замечал я, поэтому не придавал значения, то что воблер, когда вот этот вот даже вот ведешь, например, на троллинге, верхушка, она вот так вот, высокочастотный воблер, она играет, но вот воблер, я и этот обращал, и раньше обращал, потому что одно время он прекращается, такой высокочастотный, его подергивается, начинает просто прямо идти. Ну, это значит, вот сейчас я убедился, что это воду пьют они. После этого я стал просто воблера все проклеивать. Это я и советую вам, для того я ролик опубликовал. Некоторые тоже не проклеивают, но это, знаете, раз на раз не проходится. И вот такие вот воблера я заказал на Озоне. Не стал я на Алиэкспрессе заказывать. Вот. Вот как видите, вот на такую расцветочку я ловлю. Вот она. 3D. Воблер недорогой. Брал я их по 500 рублей. Но вот эта фирма, я их и так называю, вот эти воблера, хоть с Алиэкспресса, хоть откуда. Вот я их Юзури называю, потому что фирма Юзури, но реплики, потому что много сейчас. Вы сами знаете, у нас компания их выпускает. Но здесь вот, что характерно, что это реплика, но тоже время подделки. Вот посмотрите, вот видите, написано Юзури. Ну хотя сам фирма, если Юзури бы выпускала, цена бы его была около 2000, это не меньше.
А другие вот выпускают эти реплики. Я покупал неоднократно, но в фирме их много сейчас выпускают, вот такие вот реплики. Но обязательно тут фирма написана у них. Но я сейчас не могу сказать, этих названий много, что название другое, что чисто вот это юзури. Это, значит, подделка, хотя там написано вот здесь вот, что это Филиппины, но тоже заглубление, вот я с этой взял 3,5 метра, хотя в аннотациях везде было, что он заглубление до 4,5 метров, но я вот на глубине где-то около 7 метров рыбачил, оборвал его, и заглубляется он до 7 метров. Так что вот такие вот вверки, 70%, 80% я на него отловил. Вот смотрите. Заказывал я вот такие вот вобьера на Озоне. Вот стоимость вот этого 540 рублей где-то. Я вот два вобьера вот заказал. Вот они мне пришли. А эти вот вобьера, вот они пришли. Я заказал мне. Недавно пришли с Алиэкспресс. Вот. Один тоже в расцветочке. Я такой брал. И этот мне один товарищу отдал такой. Но вот эти вобьера тоже надо проклеивать их. Я в этом убедился, потому что я на такие вобьера ловлю постоянно, чтобы не было, как говорится, греха, стал проклеивать, потому что я никогда не подумал, у меня много довольно с Алиэкспресса, там, это воблеров, и летние такие, и плавающие, не плавающие, но я никогда не проклеивал их, я не думал, что такая вот история вот получится, и вот буквально, я говорю, я 100 метров его протянул, вот видите, Хенге написано, и вот там получилось, что вот, это воды немножко меньше стало, вот здесь вот ржавчина, стало. Это было где-то я недели две назад на него вот отловил. Воды меньше стало, но вот выбираете, воду пьют. Так что смотрите, кто такие вобьера берет, или берет на Озоне, или берет на Алиэкспресс. Советую всем эти вобьера я немножко проклеивать. Это будет надежнее, чем я говорю. Иногда я на такие вобьера ловил, не обращал внимания, но где-то и понимал, что сперва высокая частота идет, потом смотришь, он прямо постоянно идет, значит, он наберок вот этот напился воды. Но на этом все. Вот такие вот вобьера я советую вообще ловить, кто с роллингом ловит. Вот. Но заглубление, вот, хотя вот здесь написано 3,5 метра, но до этого я на Китае брал такие вот вобьера, вот эти же самые вот реплики на юзури, но там было 4,5 метра. В магазине я в одном покупал. Тоже фирма там другая написана, вот такие вобьера 5,5, но я вам не могу сказать, что я в среднем рассчитываю, что он идет на 5-5,5 метров, ну, заглубление до 7 метров уже цепляется иногда, на 7 метров у меня такие вобьера. Ну, на этом все, до свидания, спасибо, кто смотрел мое видео, на этом все, до свидания. Подписывайтесь, кто есть возможность, на мой канал, хотя вы сами знаете сейчас этот канал, это что YouTube у нас плохо стал показывать, конечно, это минус огромный, но ничего не поделаешь, приходится потихонечку как-нибудь выкарабкиваться. До свидания.